Он вызвал нас и говорит, разговаривает на тему того, что мы же договорились, что никакого заявления не будет, что мы там твою операцию оплатили, мы там купили Павлу куртку, мы там привезли родителей, там, в чем вопрос? Она говорит, а я хочу миллион. Он говорит, какой миллион, вы о чем? Значит, как оказалось, о том, что они подходили изначально к Ябарову. И говорят, что мы хотим от Судакина миллион. Ябаров говорит, миллион это много? Говорит, полмиллиона. Полмиллиона просите, она вам даст. Шеф-редактор говорит, миллион это много. Они говорят, хорошо, мы хотим полмиллиона. На что шеф-редактор отказывает и говорит, что у нас была договоренность, вы не сдержали свое слово по правилам телепроекта. Если вы подаете заявление, вы не являетесь участниками проекта. Поэтому они покинули проект, так как они написали заявление. Наташ, полмиллиона ты не получишь. Прошло определенное время, я звоню Наташе и говорю, Наташ, вот у меня есть 200 тысяч, я тебе даю 200 тысяч, и мы пишем мировое соглашение. Она говорит, что я тебе перезвоню через полчаса. Перезваниваю через полчаса, и, чтобы вы понимали, дело всего в 50 тысяч. Человек, который хотел меня наказать, который меня хотел посадить, который хотел справедливости, торговался за 50 тысяч, ребят. За 50 тысяч. Она мне говорит, 200 меня не устраивает, давай 250, и на этом мы сойдемся. Я говорю, у меня нет 250, у меня есть 200. Она говорит, нет, вот 250 меня интересует. Так вот, я ей отдала эти 250 тысяч. С миллиона снизить цену на 250, ну это смешно.